50,000 people used to live here. Now it's a ghost town. Our so-called leaders prostituted us to the West. Destroyed our culture, our economies, our honor. U.S. Marines stationed on high alert were given the order to invade the small... Nikolai! Form a set! The coup is already nearing! Just as they lay waste to our country, we shall lay waste to theirs. You think this will stop the bloodshed? Вы все равно скоро сдохнете. Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители, подписчики, с вами я, Антон, и я продолжаю проходить игру Call of Duty 4 Modern Warfare. И сегодняшняя миссия называется «Кара Божья». Почему так называется? Да потому что в этой миссии мы будем в прямом смысле этого слова, обрушивать огонь с небес. Потому что мы находимся на борту военного самолета AC-130. Как вы могли видеть в брифинге, этот самолет просто идеальная машина для убийства. На его борту находится огромное количество пушек, пулеметов и другого вооружения, способного превращать людей в мясо. А сегодня мы это и будем делать. Итак. Нам поступило задание открыть огонь. Вот теперь можно. Всего в нашем распоряжении находится три вида вооружения. Это 105-миллиметровая огромная пушка. Очень медленно перезаряжается, но имеет огромную мощность. 40-миллиметровая пушка. Большая мощность. Большая скорострельность. И вообще классное оружие. И 25-миллиметровый шестиствольный пулемет. Кто играл, например, в GTA Vice City, тот помнит пулемет Вулкан, миниган обычный. Вот. Несмотря на то, что это один из самых мощнейших видов вооружения вообще в компьютерных играх, вот этот вот миниган, он здесь самое отстойное оружие, потому что наш самолет, он как бы двигается по кругу. Он как бы зависает над полем битвы, и мы можем обстреливать наших противников. Поэтому пули летят как бы под углом. И нужно, ну, как бы целиться с запасом, чтобы пуля точно прилетела в цель. Ну, самое оптимальное оружие на этой миссии это 40-миллиметровые... Вот эта вот пушка. Как я уже и говорил, большая скорострельность, большая точность. Вообще очень хорошее оружие. А цель нашей всей этой миссии просто прикрывать наших солдат.
Вот, кстати, они. Они отмечены проблесковыми маячками, чтобы мы ненароком не подстрелили их. На всякий случай. Это такое вот предупреждение. Меня, когда я играл впервые, да и думаю, вас, это никоим образом не колышило, что вот здесь вот такой черно-белый сканер. Монохромный. Но со временем меня это начало подбешивать. Но, слава богу, в Call of Duty Modern Warfare 3 все исправили. Там цветной сканер. Вот этот тепловизор. Кто играл, знает. Там, помните, в Париже миссия, когда нужно прикрывать наших солдат. Они на джипе угоняют от врагов. Давайте жахнем большой ракетой и посмотрим, какой будет эпичный взрыв. Вот, да, смотрите. Просто атомная бомба. Очень радует то, что проблесковые маячки очень заметны, даже на большом расстоянии. Вот вы можете заметить. Включаем самую большую пушку. До сих пор видно. И еще один минус. Чем меньше калибр вашего оружия, тем меньше угол обзора. Вот это реально бесит. Вот у самой большой пушки, смотрите, какой угол обзора. Мы видим буквально все. 40-миллиметровая пушка. Видим поменьше, но тоже много. И теперь пулемет. Мы видим буквально маленький клочок земли, который для обстрела нам ничего не дает. Патрон у нас очень нравится. Мне это бесконечное. Вот прям реально есть где разгуляться и покровожадничать, так скажем. Отлично, на поле мы всех зачистили. Миссия, кстати, самая такая, но я не скажу, что нудная или скучная, но не самая интересная. Есть миссии в Call of Duty 4 и поинтереснее. Но это сделано для того, я думаю, чтобы как-то разбавить геймплей от постоянных перестрелок, стелса и прочего. Ой, как же много этих террористов. Ой, как же их много. Это просто кошмар. Они лезут буквально из всех щелей. Вот видите, да, как сложно стрелять из пулемета. Нужно стрелять как бы с запасом, чтобы попасть в противника. Итак, на трассе появляются автомобили. На них едут гражданские. Нам очень повезло, что их два одинаковых автомобиля, потому что наши друзья, отряд капитана Прайса, вот это те, кого мы прикрываем, они хотят захватить эти автомобили, чтобы продвигаться дальше по заданию. Потому что местность довольно-таки обширная, и нарваться на какой-нибудь патруль, это будет очень глупо. Поэтому нужно взять автомобили. Так, они отметили автомобили проблесковыми маяками. Отлично. Гражданские убежали. Кстати, если вы откроете по ним огонь, миссия будет провалена. Так, отлично, все уселись. Передали за проезд. Теперь можем ехать. Ну давайте уже. Итак, наш штурман, который находится на борту EC-130, дает указание отряду Прайса, куда двигаться дальше. Но тут кругом засады, буквально-таки, на каждом шагу, на каждом шагу. Поэтому мы откроем огонь первыми. О, тут еще и БМП выехал. Давайте тут все забомбим нафиг. Чтоб точно и наверняка.
Так, вот тут РПГшники сидят. Вот жалко, сбить нельзя водонапорную башню, было бы эпично. Так, слава богу, не задели наших. Это очень хорошо. Да не пристрелили же, и хорошо. Итак, вот наша конечная цель. Это какой-то склад контейнеров или свалка. И тут наверняка... Да что там наверняка, я точно знаю, проходил уже. Тут очень много вражеских солдат. Очень много. Плодятся, наверное, прямо... Это, наверное, два роддома. Они плодятся прямо там. Экипируются и выбегают. Потому что респаются практически бесконечно. Вот они побежали. Как клопы на свет. Вообще, я думаю, наш вот этот отряд капитана Прайса, он долго бы не протянул без поддержки AC-130. Потому что, ну, тут гораздо больше противников, чем, извиняюсь, чем наших солдат. Поэтому, наверняка, провал был бы. Так, вот еще противники выбегают. Ловите плюшку, уроды. Странно, что связиста AC-130 озвучивает тот же голос, что и озвучивает капитана Прайса. Поэтому я иногда путаю. Где говорит капитан Прайс, а где говорит связист. Итак, едут враги, и это финальный акт этого криминального водевиля, так скажем, военного, военной драмы. Мы просто должны убить этих солдат, сюда прилетят вертолеты, и на этом миссия окончена. Вот и все. На этом миссия окончена. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был я, Антон. Не забудьте на меня подписаться, поставить под этим видео лайк. Вступите в группу ВКонтакте и в Одноклассниках. Читайте меня в Твиттере. Всем удачи. Всем пока.